Дорогие зрители, добро пожаловать на наш канал. Друзья, буквально несколько минут назад к нам пришли до боли прискорбные вести. На 88-м году ушел из жизни советский российский поэт, переводчик и драматург, лауреат Государственной премии РСФСР имени Горького Владимир Костров. Он родился 21 сентября 1935 года. После окончания школы поступил на химический факультет МГУ имени Ломоносова. После окончания МГУ в 58 году по 60-е годы работал инженером в отделе главного технолога на Загорском оптико-механическом заводе. В 67 году закончил высшие литературные курсы. Впервые стихотворение Владимира Кострова было опубликовано в феврале 57 года в журнале «Юность». Первый сборник стихов «Общежитие». На стихи Владимира Кострова написаны песни многими известными композиторами, среди которых Александра Пахмутова, Лора Квинт, Сергей Зубковский и другие. Среди исполнителей песен Сергей Захаров, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Анатолий Папанов, Николай Романов и другие. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.